Шалом, дорогие друзья, с вами я, Леви Ашер Харпатин, вас ждет свежая майса. На базаре два еврея продавали свои товары. Первый продавал оливковое масло, другой продавал мясо. И вот они уже закончили свой рабочий день, и тот человек, который продавал масло, отошел, и человек, который продавал мясо, увидел то, что тот заработал явно больше. Он тихо спрятал свое мясо и подкинул какие-то свои деньги в красную салфеточку, там, где лежали деньги человека, который заработал их на продаже масла. И тут же начал кричать: «Меня ограбили! Меня ограбили!» Тут же подбежала стража, и он начал кричать, вопить: «Я весь день продавал масло! Этот человек только что меня ограбил и сбежал! Я еще хотел начать продавать мясо! Он украл мое мясо! Мое масло уцелело, но тут куда-то делись мои деньги, тут их не хватает! Посмотрите!» Стража схватила его, и начался суд. И судья не знал, кто виноват, а кто прав. Человек, который продавал масло, говорил: «Что вы такое говорите? Я весь день продавал масло. Этот человек продавал мясо, он просто заработал меньше. Как это так? Что вы хотите от меня? Это неправда». Человек, который продавал масло, был соблюдающим евреем. А человек, который продавал мясо, был атеистом. В какой-то момент заседания суда вбегает ребенок, маленький мальчик из Ешивы, и говорит: «Господин судья, смотрите, давайте мы сейчас опустим руки обоих людей, которые продавали свои товары, и мы поймем, кто из них прав. Потому что человек, который по-настоящему продавал масло, это все отобразится на воде, будут пузырьки, вы увидите это, потому что человек работал, старался целый день, и масло точно впиталось в его руки». Судья говорит: «Давайте действительно так сделаем». И они так и сделали, и узнали, кто был виновен, и наказали этого негодяя, который хотел оклеветать праведного еврея, и все было сделано по закону. И в итоге, какой мы можем сделать вывод? Маленький мальчик спас этого человека, и тут, в общем, дело не в том, что он религиозный, тут дело совсем в другом. Дело в том, что правда всегда будет на стороне человека, который по-настоящему невиновен, в том, что Всевышний, если вы правы, никогда не даст вас обидеть, и в том, что если вы точно уверены в своей правоте, нужно всегда идти до конца, соглашаться со всем, что происходит, и быть уверены в нем. Браха вацлаха.